Всем привет! Куда мы едем? Прямо и направо. Прямо и направо? Да. До конца, там направо, потом налево. А в общем, куда? А куда заведет? Сегодня воскресенье. Какое у нас сегодня? 20-е, да? Я не знаю. 20-е, да. Я запуталась. 20-е, по-моему, да. Решили съездить на природу, пожарить шашлычки, покидать удочку, наверное. Да? Червей покупать. Да. Похлюпать червей в речке. Точно, точно. На улице классно. Ты не смотрел, сколько градусов? Ну, 15, по-моему, показывала. Ну, вот прохладненько, сейчас, конечно, но для осени хорошо, нормально. Вчера... А что вчера у нас было? Вчера весь вечер дождь шел, да? Калоши искали. Калоши искали, да. Весь вечер ездили, искали калоши. Но они нам не понадобились. Ну, мне не понадобились. Мы думали, что будет... Что-то будет. Это у нас... Улица Ермакова. Новостройки. Новостроечки, но это у нас башня, которая строится уже. Долгострой. Долгострой, да, ты точно. Но все равно вот уже осень. А? Ты что, в ту сторону решил? Все равно она это. Вот, квады. На рыбалку собрался. У меня одни такие сегодня, да? Сегодня многие, наверное, сейчас многие на даче едут, все равно для нас, для Сибири, это солнечно, вот эти денечки осенние, это что-то. Мы заправляться будем? Не знаю, если надо, давай заедем. Ну ладно, так уж и быть. Обойдемся, да? Да. Там впереди у нас магазин «Планета». Впереди инкассаторы едут. Да, впереди инкассаторы едут. Ребята приехали. Всякое бывает. Сыграли в догонялку. Варя. Встретились на одиночестве. Вот вроде бы, что хотела сказать, да, вроде воскресенье, людей много, кто уезжает на дачу, да. А смотри, сколько народу все равно. Так летом в воскресенье народу тьма была в городе. Ну, летом. Товарняк идет. Тух-тух. Я уже соскучилась по поезду. А? Все светофоры собрали. Ну что поделать. Я бы сейчас на поезде прокатилась. На товарняке? Нет. Сейчас говорят, границы открывают вроде российская с казахстанской или казахстанская с российской, как там правильно у них. С 21 сентября. Они не могли это сделать в июле, а? Или в августе? Засранцы. Слов нету. Слюни надержаны. Товарничок, товарничок. Что-то он прям совсем-совсем коротенький какой-то. Это СМК, скорее всего. Маленький. Это СМК. Это место. Обычно речонка у нас там. Смотри, красиво как. Смотри, вот листва, да, играет. Вот здесь Вот.
Тверской район. С центрального выехали. Там у нас дорожка. Я бы сказала, куда? Дурничка. На даче. Ну там дача, да, там просто у нас. Может, за границей, но на машине грустно. Посмотри, желто, какая красота. Блин, вообще цвета какие. Еще сегодня прям нам вот солнышко прям. Мы думали, что сегодня будет, конечно, погода капец. Нас погода решила порадовать. Мы тут ехали, когда отдыхать, зелень какая была классная, а сейчас там все краски радуги. Нам поворачивать? Да? Я здесь еще не ездила. Почему? У нас же тут есть. А, на Садовую ездила. Развлекаемся по полной.